Продолжаем вести с полей. Постоянно что-то прерывается. Неудобно так с телефона снимать, но выхода нет. Самое лучшее качество. 4К камера. Action 4К не снимается в 4К. Она только в HD, а то и вообще 720 разрешение. Непонятно. Вот как бы предполагаемый Naga Viper. Но он походу не Naga Viper, какой-то другой подсорт, но тоже очень острый. Да, Марушка. Вернее, Naga Morich. Да, какая Марушка. Naga Morich прет. Вот я его подвязал. Тут надо натянуть еще один трос. А то и два. Маловато. Вон, вон, вон. Все растет и пахнет. Севен пот. Так, бубликом красный, походу. Нифига. Ревенджер какой-то. Севен пот стар и бургунди. Это Севен пот. Непонятно. Но цветет. Да, у него, смотрите, такие темные стволы. Какой-то вот. Ну, это только у Каролины, но у нее весь ствол должен быть таким. А тут верхушки. Вот, вот. Вот это вот. На Каролины похож. Непонятно, вот, завязал он, не завязал. Что-то вот он болеет. Ему хреново. Тут у нас Джабш. Кракен. Скорпион. Дугла ТХ. Свои семена вон. Несколько штук. Ну да, маловато на них перца. Завязывать, завязывать потихонечку. Вот еще один сорт. Тоже Naga Viper. Завязал. Так, идем вот сюда. Питает. Перчики красавчики. С другой стороны. Посмотрите, какой он красавчик. Сейчас с этой стороны залезем. Да, вот у нас все-таки Naga Viper. Так, опять что-то не то. Насыщенность белым была. Блин, вот опять практически заново снимать там фиг надо. Как это уже задолбало просто. Все равно снимаем.